В 2024 году в Мирненско-Нюрбинском ГУП планируют вместе с алмазами добывать золото. Извлекать его будут из алмазоносных россыпей реки Ирылях. Сегодня геологи Вилюйской экспедиции ведут изыскательные геологоразведочные работы. Они уже поставили на баланс 43 килограмма драгоценного металла. Первую золотую находку в Мирном обнаружили 3 года назад. По решению руководства Алроса на участках КСА-1 и КСА-2 запустили наклонные шлюзы. Установка выглядит как большой ящик с несколькими отсеками. В них находятся коврики с покрытием, через которые пропускают хвосты. В них и содержится золото. После того, как мы коврики эти снимаем, уже направляем на доводнические операции, которые проводим в концентрационных столах, тоже методом гравитации. Значит, все золото, которое на ковриках осаждается, оно выходит в шлих концентрационного стола. На столе под водой четко видна дорожка из золота. Ее и отправят на дополнительные исследования. Полученные продукты геологоразведочных работ будут анализироваться. Сегодня геологи ждут протокол из Роснедра, чтобы утвердить наличие запасов и внести изменения в лицензию Алроса для попутной добычи золота Мирненско-Нюрбинским ГОК. При этом алмазодобыча останется основной деятельностью.